здесь очень много вопросов и по научно-образовательному центру Байкал, вы знаете, и по Байкальскому госуниверситету. Ну, в общем, и по переводу земельных участков, которые находятся в ведении Минобразования, там живут люди, они тут... Важно привести, как ведет благоустройство там, где живут ученые. Потому что территория федеральная, мы деньги не можем завести. Вот. Не важно сегодня, чтобы научное сообщество поверило в том, что Иркутск — это наукоград.